Сыграли очень хорошую игру с очень хорошим соперником, потому что один из лидеров чемпионата и квалифицированные футболисты. Такая получилась по накалу, ну, вот прям игра чемпионата. И скорости, и темп, и единоборство. Никто не хотел друг другу уступать. Вот, и ну, счет, наверное, закономерный, раз он таким состоялся. Хотя, на наш взгляд, на Андрея разборы было пенальти, ну, очевидным. Вот, но, тем не менее, это товарищеский матч, и здесь не суть результат, а главное содержание игры. Вот, и содержание было очень хорошим.